Всем доброго дня. Очень слепит солнце глаза. Я приехала в больницу. У меня уже прошло чуть больше месяца. Мне нужно после операции сделать обследование. Все ли в порядке? Удачно ли прошла операция? Сейчас посмотрят. Но я надеюсь, что все хорошо. Потому что меня, слава богу, ничего не беспокоит. Осталось только найти, куда мне идти. Потому что это чуть-чуть другое здание, мне сказали. Ну, сейчас, надеюсь, разберусь. Тут огромная больница. Сейчас буду искать это конкретно здание. Ребятки, у меня к вам небольшая просьба. Кто мои постоянные зрители, напишите какой-нибудь комментарий, поставьте лайк, дизлайк, потому что мои видео не видят мои подписчики. Поэтому немножко нужно поднять активность. Если вам это не сложно, то напишите любой комментарий. Там, поставьте лайк, дизлайк, чтобы немножко мои видео могли видеть другие, их рекомендовали. Буду вам очень благодарна. Так, а я иду искать это здание. Сейчас посмотрю, может, где-то тут какие-то должны быть А, Б. Сейчас буду смотреть. Знаю, что вот в этом здании, вот в этом, которое сразу, я тут лежала. Но мне сказали, что мне нужно в другое. Сейчас я зайду. Все-таки спрошу сначала здесь. А потом, надеюсь, они мне подскажут, куда мне, потому что тут очень много зданий. Куда идти? Не знаю. Хорошо, что у нас языки похожие. И можно догадаться уже, и в принципе некоторые слова, конечно же, знаешь. И можешь догадаться, куда тебе говорят, нужно пройти. У меня есть адрес на бумажечке. И вот сейчас я нашла уже, куда мне идти. Так, вот сюда. Друзья, я вроде бы все поняла, но тут нереально, мне кажется, понять. Вот А, а у меня написано А и Б. Как понять? Узнала, спросила. Вроде бы иду правильно. Но не знаю. Вроде тут табло такие, тут высвечивается твоя фамилия. Заходите. Нашла, сижу, жду своего времени. Я предварительно звонила, записывалась на определенный день, на определенное время. И теперь вот сижу, жду. Волнуюсь немножко. Все, я была у врача. Все хорошо, слава богу. Теперь могу спать спокойно. Погода переменчива. Надо быстренько ехать домой. Потому что у нас вчера жара была. А сегодня такой ужасный сильный ветер. И так свежо. Смотрите на небо. Это ж точно будет что-то. Что-то будет. Будет какой-то ливень. А еще тут приходят смски, предупреждают, что будет непогода, или там будет сильный ливень, или град. Вот пока мы здесь, за эти несколько месяцев, видите, какой ветряган еще прям нереальный. За эти несколько месяцев уже, по-моему, три раза у нас был град. Поэтому погода здесь. Но зато, знаете, что мы заметили, что здесь комфортная погода в том плане, что днем может быть очень-очень жарко, а к вечеру уже
такой прохладный, свежий воздух и спать комфортно. Поэтому погода, видите, какое ветрюганище прям. И небо сразу потемнело. Погода. Погода меняется, в общем, на глазах. Но я довольна, что я сходила, что у меня все в порядке. Слава Богу. Я, конечно, переживала, нервничала по этому поводу. Но, слава Богу, на данный момент все хорошо. Кто там у нас умники, что мы здесь сидим? Я сижу здесь только из-за ребенка. Пока. О, мой автобус. Пока я не буду уверена, что у нас безопасно, и мне не нужно будет срываться опять куда-то ехать, я не поеду. Поэтому еще, надеюсь, еще немножко, и скоро мы вернемся домой. Какой красивый все-таки город. Тут уже прошел дождик. Я уже приехала домой. Почти уже чуть-чуть осталось пройтись. Наверное, сильный ветер тоже был, потому что ветки валяются. Видите, какая красивая картинка. Всегда, когда идем по площади, любуемся этим видом. Там впереди Брама, и вот она так на фоне неба очень красиво смотрится. У нас тут рядом прям торговый центр, но мы ни разу в него не ходили. Ездят тут на самокатах и сигналят. Хотя места куча объехать. Парит еще. Наверное, еще будет дождь. Приехали с Артура и с мамой в магазин. Кауфленд. Смотрите, как небо сегодня какое красивое. То дождь, то вот быстренько погода меняется. Пойдем сегодня в этот магазин сходим. Да, Артурчик. Очень большой магазин, и тут такой шикарный выбор мяса. И тут даже первый раз вот вижу, что продавались почки, вымя получается, и печень, и индюшатина есть. И индюшатина, и вот это вот утка, я так понимаю. Филе качки, да. Надо будет взять запечь, давно мы не брали. Цены, кому интересно. И тоже вот шикарный выбор. И сердца есть индюшиные. И пупы. Все, что я люблю. Я люблю вот эти вот субпродукты. Вообще выбор шикарный. И свинина тоже. Что хочешь. Шикарный большой магазин. Мы мне всего в него несколько раз приезжали, а потом я как-то за него забыла. Но вообще выбор просто огромнейший. Просто все, что хочешь. Даже техника вот. На самом деле, да, посмотрим, мне нужны стаканчики одноразовые. Все, что хочешь. Что? А, тут нету, мы тут проходили с тобой. Пошли обратно.
Советую. Kaufland. Отличный, шикарный большой магазин. Даже игрушки есть. Вообще, ну выбор мяса меня просто покорил. Пойдем, Артурчик. Я себе присмотрела подставочку, но только как это потом все вести? Такую вот стеклянную. Подумаю. Вышли с детьми. Прогуляться в парк. Сам покажу. Сегодня выходной день, и установили для детей вот тут вот надувные батуты. И вот эти вот все батуты бесплатно для детей. Смотрите, какое их количество. Огромное количество просто этих батутов. Это в парке. У меня есть видео уже, мы здесь были. Это один из самых первых парков, которых мы здесь посетили. Правда, здесь, вот смотрю, очереди тоже не маленькие. Но батутов очень много. Смотрите. И все это бесплатно. Ну вот чего, да, вот тропа. Да, надо пройти препятствие. Смотри, гусеничка какая-то. Подожди, да давай посмотрим. Смотри, какая симпатичная крыска. Побежала, смотрите. Побежала. И это все в центре города. Крыски бегают. Очень интересно, что она здесь забыла. Артуру не очень понравились эти батуты. Мы идем сейчас, вышли из парка, девочки там остались. Слишком много людей. Как-то, видать, себя не очень чувствует, когда такое толпа, там музыка еще играет. Теперь мы с ним приехали сюда, на нашу площадь. Пройдемся через фонтанчик, прогуляемся. Уже не так сильно жарко. Все, попил. Всегда ухаживает за площадью, всегда высаживает новые цветы. Как только эти вянут, сразу же высаживает новые. Смотрите, тут на фонтане детворы. Сколько тут детворы купаются. Сейчас подойдем поближе. Посмотрим. Тут тоже детки играются, родители сидят на лавочках, отдыхают. И что самое главное, никто не запрещает купаться детям в фонтане. Он, наверное, безопасно сделанный. Поэтому это просто спасение в такую жару. И в этом фонтане детки купаются. И в этом бегают. Просто плавают. Ой. Уходи, Артурчик. Детки просто переодеты в плавки даже.